Сейчас расскажу, как любой предмет металлический сделать липким. Ну, с одной стороны, это кажется, для чего это нужно. Это нужно в основном для того, чтобы металл чему-либо прикрепить, приклеить, кубку какому-то спортивному, табличку, к поверхности, к любой, к деревянной, к металлической, к стеклу. То есть для того, чтобы металл, не имея клея, ничего под рукой, можно было быстро приклеить к чему-либо. Значит, что нам для этого надо? Естественно, металл. Любой скотч, широкий, узкий. Так, значит, что мы делаем? Отрезаем небольшой кусочек скотча. Наклеиваем его на металл. Сейчас надо более гладко наклеить его. Значит, наклеиваем на металл скотч. Так, хорошенечко наклеиваем, прижимаем. Очень хорошо. Так, лишний скотч, конечно, удаляем, отрезаем. Так, потом дальше что мы делаем? Я заранее включил утюг на максимум 150 градусов. Вот. Положу его сейчас вот так вот. На нем я сделал миллионы опытов. Значит, потом что я делаю дальше? Я кладу металл на утюг. При этом сейчас что произойдет? Скотч свернется, сама пленка, а адгезив липкий останется на металле. Сейчас он прогреется. Металл. Сейчас вы это все увидите. Вот смотрите, он сворачивается. Вот он сворачивается, сворачивается. И самое главное, он умный. Он сворачивается именно в мою сторону. Вот. После этого мы металл снимаем. Самое интересное, что вот эта пленка, которая слетела, она не липкая. Все липкое осталось на металле. Вот. Причем самое интересное, можно не только приклеить металл. Вот это. То есть его можно применять для разных соединений, разных конструкций металлических и тому подобное. То есть, например, металл к металлу. Где-то надо соединение, хоть, ну, небольшое, неплотное. То есть мы этот способ можем использовать. Довольно простая, легкая, главное, эффектная технология. Вот, показываю. Видите? Прилипает к чему бы то ни было. К любой поверхности. То есть крайне простой способ.